Всем привет! С наступившим небольшой момент такой. Хочу заснять свое, скажем так. Вместо одной бритвы отправил заказчице совсем другую. То есть они похожи. Оба экземпляра Англия, круп. Вот вместо этой отправил более, в общем, другую бритву совершенно. Эту подготовлю на днях уже. Сейчас, как почта заработает. В общем, бывают моменты, когда спешка, заказов много, и до сих пор заказов куча. В общем, такое случается. Редко, но метко. Еще раз пообщались с ними, но круп. Бывают моменты. Также пришел тут камни. Очень интересный камень. Не знаю, видно, не видно будет. Забыл название слоя. Гибридный вперемешку с желтым. Чарльник старенький. Тут даже предположительно владелец. Отличный камень, шикарный. Но это... Еще вот такой вот, он не обрезанный, это так и есть. Перфекто. Очень напомнило Ля Люн у них. Камень дает финиш, хотя вот сейчас постараюсь показать в зеркало. Что-то не хочет фокус ловить. Еще после вчерашнего отстрела вот видно. Зеркало, но размер, конечно, маленький. Тут либо для тех, кто может с этим работать, либо для наведения суспензии, опять же, непонятно на чем. Так что вот такой момент. По запарке отправил не ту бритву. То есть подготовил-то хорошо, человек побрился, все хорошо, но бритва-то не та, как в этом, не то пальто. Так что... На днях. Полностью доведу уже. Как почта у нас будет с 3-го, с 4-го работать. Это, наверное, больше для заказчицы видео. Так что и супругу привет большой с меня причитается. Ну и как всегда. Вот такое видео. Всем в новом году желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, финансового благополучия. Ну и чтоб все сбылось, по крайней мере, то, что хочется, чтобы как-то оно... Тут еще и оправу поменял, пока менял, оно там старое треснуло, ну, в общем, тут слоновая кость, поэтому это такое увлечение недешевое. Едут заказы на реставрацию, тоже несколько. По замене оправ там все индивидуально, еще раз скажу, нет индивидуальных цен. Можно поставить одну, можно вторую, не все подходят. У некоторых бритв геометрия разная. Я имею в виду, что сам углы эрля, они разные. То есть там нет такого, что на одну подойдет и стандартная ровная оправа. Не факт, что подойдет на бритву конкретную, даже с учетом вставки шайб. В общем, вот такой я балбес. Всем удачи, всем пока.